прозвучит соната фантазия номер 2 соль диез минор Александра Скрябина. Именно с этой сонаты Скрябин начинает свой путь как новатор музыкального языка. В ней чувствуется существенное влияние импрессионизма и творчества Клода Дебюсси. Никто лучше самого композитора не может рассказать о своем произведении. Вот как сам автор пишет программу этой сонаты. В первой части сонаты отражена тихая южная ночь, темное, глубокое море, ласкающий лунный свет. Во второй части широкий, бурно волнующийся морской простор.